Да. Выбиваю Six, потому что у меня его нет. Точнее, у меня нет ничего на медика. Кстати, это почему-то единственные коробки, вроде как, которые выпадают на час с основным оружием. И он у меня уже тупо на неделю. Но навсегда его нет еще. Да. Кстати, я почему-то, не знаю почему, эффект бедности сработал. Купил, несмотря на то, что у меня 10 миллионов корон. А, да, правильно, 10 миллионов. Вот, я купил... Так, Six выпал, отлично. Я купил... Не элитную броньку, а... Боевую. Я не знаю, что на самом деле лучше. А, я не знаю, почему, реально. Некоторые коробки выпадают такими, ну, то есть на время, некоторые не на время. Вот. И SAT 8 Pro выпал. У меня такая еще штука вышла, то, что я не смог запуститься. А, например, сейчас возьму... Кого я там возьму? Снайпера. Так, здесь, кстати, нет скинов. Всеми нашим излюбленных. Просто, ну, как бы, ладно. Игра началась. Ну, например, если я... Пусть ищу игру. Стоп, что? А, вот, почему-то на PvP у меня получилось запуститься, а на PvE, на марафон у меня тупо не грузилось. Я не знаю почему, но, блин, вот это освещение, это, кстати, на больших. И мы 3 против 1, это прям шикарный баланс. Я не знаю, что с прицелом, но что-то с ним не так. А, блин, у меня не та мушка стоит, я не вижу эту. Здесь очень странный прыжок. Я не могу вот так вот развернуться и прыгнуть. И очень странно работает. Я не знаю, как это работает, во-первых. Баланс. Во-вторых, прыжок очень странный. То есть, например, если я вот так вот жо... А, у меня нет стамины, ё-моё. Все понятно. Я помню, я очень любил вот так делать. Блин, тут очень странно. Нет стамины и... Может, у меня... Не хватает чувствительности? Я не знаю, почему не так. Точнее, что не так. Тут еще и странно... Я не помню... Так ли показываются шрифты? Либо это просто неправильные в киллбаре?
Окей.